Булыжная площадь возле Дома культуры станицы Убинской появилась больше 100 лет назад. До нашего времени сохранился лишь небольшой фрагмент дорожки. Восстановить исторический памятник взялись волонтеры культуры Северского района совместно с казаками. Большое желание восстановить мостовую дорожку, выложенную людьми в 1914 году от сельской церкви до школы, чтобы было удобно ходить. Люди сами ходили к реке, доставали оттуда камни и мостили вот такую тротуарную дорожку. Вот сейчас хочется восстановить ее, чтобы люди могли прикоснуться к истории и видеть, как раньше создавался быт и уют для жителей. После небольшого экскурса в историю гости принялись за работу. Сохранившиеся от мостовой камни расчистили и привели в порядок. В акции приняли участие 55 человек.